Здравствуйте, дорогие друзья, это канал Максимандзе и Social Media Life Production выдвинули нам новогодний подарок. Долгожданная новая версия их ремастера на «Как достать соседа». Собственно говоря, говорят, что она уже содержит где-то, ну, как минимум 50% геймплея от релизной версии. Собственно, главное меню вот с такими вот анимациями уже я смотрю. И вот, собственно, Ничего себе, я не ожидал, что такие звуки можно. Прикольно. Короче, вот такое вот меню. Здесь доступен исключительно первый сезон. Да, впервые анонс этой игры был в 2019 году, и говорили, что релиз ее будет в 2020. Собственно говоря, сейчас 2024 год, до сих пор релизная версия не вышла. Но будем надеяться, что выйдет довольно скоро. Хотя, зная Social Media Life Production, насколько скоро, сказать очень-очень сложно. Да, меня спрашивали, буду ли я вообще снимать эту игру, учитывая то, насколько сильно у меня подорвана к Social Media Life Production репутация. После того, как они высрались в сторону меня и моего канала, и потом делали это еще долгое время. И, собственно, тем не менее, я готов, тем не менее, снять их игру и посмотреть. Собственно говоря, вот настройки управления. Можно играть как на клавиатуре, так и мышью. Да, предыдущая версия, последняя демка, вышла в 2020 году, где-то в конце. И новая версия вышла только сейчас. Собственно, вот сейчас. Там можно было играть только на клавишах. И наконец-то ввели управление мышью. Так, я тут смотрю, показываются анимации каждой из настроек. Это очень прикольно. Настройка мини-игр. Настройки пока, я как вижу, недоступны. Настройки звука. Появилась возможность регулировать громкость. Можно отключить звуки испражнений и работы в некоторых пакостях. Закадровый смех можно отключить. Или, соответственно, включить. Ну и джингл. Звук срабатывания пакости, приглушающий фоновую музыку. Короче, очень классные настройки. Это реально мне нравится. Настройки самой игры. Отображение панели с мыслями соседа, инвентарем и прочим. Это нужно, но его можно отключить, если мешает. Следы исчезания. Будут ли персонажи оставлять за собой следы на песке, если он есть на уровне? А вот это тоже прикольная вещь. Жаль, мы пока этого не увидим. Здесь нет уровней второй части пока. Следы включены. Следы, да, но исчезают. Шкала сна, как в версии для... Это тоже, короче, это классно. Диагональ анимации, диагональ ходьбы, Вуди из переиздания. Да, есть анимация диагональной ходьбы. Ну и полный экран. Удалить достижение, удалить прогресс. Язык есть, язык пока только русский написано. Хотя есть, я вижу, тут еще есть немецкий, английский, украинский. И вот я не помню, что это за страна. Также можно выбрать логотип. Вот, пожалуйста, видите, логотип игры английский. Также можно поставить, где еще, где этот... Немецкий, пожалуйста, вот. Боуснахбарн. Путаюсь все время. Ну и русский. У нас будет русский, пускай. Так, ну, собственно, по настройкам проверили. Есть дополнительные материалы. Это титры, статистика. Пока статистика пустая. Достижение. Попробовать все блюда на корабле. Что, реально можно попробовать все блюда? Проиграть на уровне все на борт не из-за Ротвейлера или его матери. А, типа время, что ли, закончится, я не знаю. Короче, есть достижение, это классно. Давайте, короче, уже начинать игру и смотреть. Я смотрю, тут целых 6 режимов, даже, а не 5. Но доступен исключительно пока только один, сладкая месть. Первые шаги, так, вот. Собственно говоря, эта сторона это уровни из первой части, эта сторона уровни из второй части. Пока что доступен исключительно первый сезон и обучение.
собственно говоря, вот первые шаги. Давайте. А это что за кнопка? Эта кнопка пока недоступна. Но здесь можно, я так понимаю, это смена костюма персонажа. Если эта опция будет реализована, это будет очень классно. Так, не понял, что она не работает? Ну-ка. Так, вот так сработало. Кнопочка вот эта play не работала почему-то. Так, нас тут обучают, что надо делать. Так, собственно, вот, смотрели комод. Смотрим за соседом. Я смотрю, вот мысли соседа нам показывают, что он делает в этот момент. Так, теперь нам показывают, что перейти в другую комнату. Хорошо, что ты не моя мать. Ну да, прикольно. Короче, наконец-то реально действительно очень какой-то годный проект Social Media Live Production готовит. Учитывая то, какие здесь вот проценты есть, можно завершить, нажав на галочку. А здесь у нас шкала, собственно, злости. Вперед, да. А я могу разбросать шарики в этой комнате, а не в той? Могу. Чё ты встал? Иди давай отсюда. Количество срывов. Вот, пожалуйста, написано. Вот, правда, вот это вот загораживает немного, ну да ладно. Так, теперь вот это давайте посмотрим. Вы уже вникли в суть шоу, однако еще есть несколько тонкостей. Есть помощники в виде животных, помогают, короче, обучают, как укрываться. Прятаться, окей. Можно, да, смотреть, где сосед. Время, да, есть ограничение по времени. Поехали. Хождение на цыпочках, только я жму правую кнопку, это не работает. А, вот теперь работает. Блин, слушайте, анимация прикольная. Примитивно, но больно. Это он сразу автоматически будет писать, что ли. Короче, мне нравится. Мне пока все нравится. Действительно, действительно все классно. Ну и теперь, собственно, вот это надо сделать. Соль на чае. Соль на чае. Так, ну и теперь, собственно, ждем, когда он пойдет туда. А, к указанной метке надо, господи. Че, я жду-то стою, блин. Так, есть кнопочка паузы. Нажми пробел или ЛКМ, чтобы продолжить делать, что хочешь. Ага, нас обучают, как убегать от соседа. А, это типа он не увидел нас. И теперь нас обучают прятаться в шкафу. Прекрасно, прекрасно. Мне нравится. Графика, конечно, здесь хуже, чем в оригинальной игре, но... Тем не менее.
Мне это нравится. Я не понял, почему достижение провалено, ну да ладно. Переходим к первому сезону, собственно, подглядывание. Сразу же при первом визите к соседу видно, что он за фрукт. Молодая соседка в окне напротив занимается личными делами, а сосед с биноклем уже тут как тут. Поглядывает за красоткой, когда та отходит, идет смотреть телек, закидываясь бутербродами. А вот Вуди уважает право на личную жизнь, так что соседа надо проучить. Конечно, поехали. Вот. Так, что-то я не понял. Ага. Так, я не понял, что делать надо. Входная дверь закрыта, мне нужно... Найди правильное место, куда можно просунуть шпильку, чтобы открыть дверь. Перемещай шпильку курсора мыши, а затем поднять ее вверх. Так. Нет. Нет. Ух ты, нифига себе, прикольно. Обалдеть. Новая мини-игра. Открыта новая мини-игра. Это они закрыты были сначала в настройках. Так, аптечечка. Собственно, проверяем, что к чему. А два предмета не может находиться одновременно? Ну, хотя вряд ли. Не думаю. А можно просто выйти? Я могу тут просто стоять? Или это закончится? А я могу просто стоять тут. Ну, в принципе, тут, наверное, можно прятаться. Так, ну и... А, он автоматически это делает, что ли? Ничего себе. Да не подушку-пердушку, господи. Вот это хватай. А почему в шкафу нету ничего? Как-то странно, по-моему, это немного. Как-то поудобнее, что ли, сделали. Что-то тут окон сильно много, нет? О, прикольно, бинокль вылетел. То есть мы видим, реально, уже как бы... Проработали вот этот момент. Так, вот это, собственно, деревяшки, вот эти бутерброды. Ой, вот током что ли будет? Так, собственно, помимо этого еще вот бутерброды. Отлично, можно завершить уровень уже. Но давайте подождем, когда он бутерброды сожрет. Прикольно, даже анимацию сделали, классно. А я разве не засунул дерево бутерброда? Он вроде съел все равно. А, или может быть он еще пока не взял бутерброды с деревяшками. Вот, ну вот, деревяшки торчат, я вот тут вижу. Вот он сейчас возьмет их, съест. А время-то заканчивается. Ну ладно, может за минуту успеет. Сработало, да. Великолепно. Я рад. Так, второй уровень, ночной ТВ. Однажды вечером ротвейлер запасся пивком и решил устроить идеальное выходное для быдла. Сосед смотрит боевики и пьет. А поскольку тут еще пивосос, бутылка быстро опустошается и он идет на кухню за новой. Вуди в такое позднее время суток тоже не спится и пробирается в дом. Поехали. Эй, я нажал. Ага, ночной уровень, ночной. Еще и закрытыми шторами, прикольно. Ты куда пошел? Ну-ка, комод сначала смотри. Сначала комода смотри. Так, вот. Туалетная бумага.
4 минуты у нас есть на все про все. Смотрим, что в аптечке находится. Что в шкафчике есть? Пусто. Очень жаль. И тут пусто. А, я забрал пиво. Можно совместить их? Нет? Или, может быть, можно пиво в аптечку как-то применить? Давайте проверим. А, это типа я украл пиво, это уже сработало за пакость. Понятно. Ладно, давайте вернем на место пиво. И уже применим слабительное на него. Стой. А почему он меня начал искать? Я что-то сделал не так? Да хватит меня уже искать. Остынь. Каким образом я спалился? Вот это я что-то недопонял. Да блин, хватит уже по одним и тем же комнатам ходить, ё-моё. Господи, ты... Да тут... Ну вот эта мини-игра неожиданной какой-то сильно была, по-моему. Ладно, попробуем еще раз. Но это неожиданно было, серьезно. Так он даже не досрал, сразу побежал искать Вуди. Попробуем. Ну, понятно. Я немножко не успел. Короче, ладно, все, я понял. Просто в этой мини-игре немножко измененная инерция. По удержанию предмета. Так что тут надо... Тут непривычно будет в самом начале. Ну ладно, давайте как обычно также подействуем. Ладно, возвращаем на место пиво и слабительное в него. В принципе, мне нравится все, что происходит в этой игре. Давайте тут остаемся пока. Сейчас он уйдет из кухни и встанем на кухне. Так. А ящик открытый, кстати, остался.
А тут, смотрите, тут окна также 3, а на предыдущем уровне 4 было. Как это работает? Вот это уже немного не нравится мне. Отлично, отлично. Пакости все готовы. Отлично, замечательно. Кстати говоря, я заметил в комментах у них в группе, много людей жаловались на вылеты, ошибки при запуске. Я не знаю, у меня не возникло никаких проблем, у меня все стабильно запускается. Ладно, сюрприз на день рождения. Сосед отмечает день рождения, друзей у бедолаги нет, поэтому в одиночку. Эх, нельзя так. Набор занятий для праздника у него весьма скудный. Задувает себе свечи на торте и желает себе всего... Все то, чего достиг бы, не будь он идиотом. Проверяет почту, надеясь, что кто-нибудь его вспомнил, напоследок запускает конфетти. Будь, разумеется, не приглашен, но ему не мешает это войти к нему домой. Ага, прикольно. Ты куда пошел-то? Подожди. Аптечки, пластырь, пакости с ними не сделаешь. Ну ничего, сейчас разберемся. Ладно, с этим разберемся потом. Посмотрим, что тут сделать. Так. Ага, это я помню, в предыдущих версиях такое было любовное письмо. Не знаю только, что написано на нем. В мусорке какая-то штучка на петарду похожая. Надо взять, посмотреть. Мне кажется, или мало... О, вот видите, опять 4... О, здесь уже даже 5 окон. Реально, как это работает, я не понимаю. Так, идем покостить внизу. Привет, милый Ротвейлер, тебе пишет та самая соседка из дома напротив, за которой ты подглядывал, солнышко. Поначалу я была в гневе, но потом поняла, что это было очень захватывающе, когда за тобой наблюдает столь импозантный мужчина. У тебя ведь сегодня день рождения, почему бы тебе не прийти ко мне домой за особым подарком? Я жду тебя, сладкий. Да, догадываюсь я, что это за подарок. Вот да, вот это прикольно. вот это классно, вот это мне понравилось вообще.
Так, а какая еще пакость? Что-то я немного не понял. Крысу достать надо было. Давайте посмотрим вообще, что это за уровень вообще, что это за мини-игра, что здесь надо сделать. Тут надо достать мышь, и вот мини-игра. Здесь надо вот ловить мышей. Вот так вот. Прикольно, прикольно. Отлично, мы достали крысу, и куда ее надо? Почтовый ящик снова или куда? Я вспомнил, куда надо. Надо в аптечку положить крысу эту. Только надо было мышеловку взять тоже. Не-не-не, пусть тут остается. Можно, если, короче, уйти раньше, чем он закрыт холодильник, можно оставить холодильник открытым. Да блин, это классно. Это реально офигенно. Прикольно, прикольно. Так, ну и последний подарок для соседа. Особый подарок, да. Я очень догадываюсь, что это за подарок тут имеется в виду. Впрочем, и сосед, я думаю, понимает, но, впрочем, он получит другое. Блин, ну это вообще прикольно, реально. Во, хорошо. Хорошо, мне это нравится. Ротвейлер сам, что-то от себя не ожидая, занялся кулинарией и варганил себе яблочный пирог. Каждый кусочек требуется разогреть в микроволновке, а пока это происходит, сет бреется в ванной, потом уже долгожданный кусочек можно спокойно употребить за столом. Но будет ли все спокойно, когда Вуди придет? Давайте это выясним. Корректор. Ни разу я не видел корректора в «Как достать соседа». А, это потом надо будет делать. Прикольно вообще.
Прекрасно. Эй, стой, беги! Ну и последняя пакость, конечно же. О, а подождите, вот эти анимации, что ли, даже? Блин, эти анимации анимированные, серьезно? Обалдеть, мне все нравится. Так, футбольные неприятности. Кажется, Ротвейлер всерьез решил заняться саморазвитием, и в этот раз он начал музицировать. Он тарабанит пианино и тарабанил бы вечно, если бы соседские дети, играющие на улице, регулярно не забрасывали мяч в окно Ротвейлера. Отругав их в окно и проследив за ними на улице, сосед слегка усмиряет пыл, нюхая цветы во дворе. А, во дворе, не в доме. А ведь помимо несносных детей, есть еще несносные Вуди. Конечно же, погнали. Ух, прикольно, закатик на улице. Neighbors Back From Hell было такое. Во, вот эти цветы. Нюхает он, прикольно. Ага, эта игра была в консольной версии. Только надо, я думаю, спрятаться на кухне. Ой, господи, в шкафу, какой кухне? Он идет на улицу усмирять детей, блин. Ну давайте попробуем еще раз. Ладно, потом давайте. Я думаю, это слишком много времени займет у нас. А, это в унитазе, господи. Я думаю, чуть за звуки, блин. А что в унитазе-то происходит, я не могу понять. Не сосед. Может, монстр? Не монстр. Ольга? Нет, не Ольга, Вуди. Блин, ну мало времени на это дается очень. Да блин, ну... Не, ну я проиграл. Перезапустить. Ну это, блин, ну это сложно. Давайте, ну давайте попробуем еще раз. Отлично. Вот теперь другое дело. Что происходит в унитазе-то? Унитаз протекает, его стоит заткнуть. Да, протекает что-то как-то он очень странно. Шаром для боулинга, вот. Я не смогу запихнуть этот тяжелый шар так глубоко. Тут нужен мяч какой-нибудь другой. И то верно. А, мы этот шар заберем. И шар для боулинга туда. Блин, классно вообще. Вот это окно прям отличнейше сделано. Тут пусто. Так, ну рыбу в цветы надо, естественно. Куда же еще? Что это? Сет... Наш кребал свой новый номер, чтобы его не забыть. Теперь и я его знаю, конечно. Я же ему позвонил. Я ж позвонил ему, бля.
Какого фига? А что, кстати, тут написано было? Всего один раз за уровень сет может побежать в ванную. Постарайся заранее подстроить там всевозможные... Ага, ясно, понял. Окей, я понял. Сложно, сложно, но интересно. Ну, наверное, после цветов он побежит в ванну как раз. Что тут надо? Мало времени нам на эту мини-игру дается, вот в этом проблема. Давайте еще раз попробуем. Отлично. А ему можно позвонить без этой доски? Вот мне интересно. Ага, ясно, хорошо, понял. Прикольно, хорошо. Сейчас эффектно будет. Только зачем он, интересно, брызгает все подмышки, если он носом нюхал, а не подмышками? Я что-то не доделал? Еще что-то надо сделать? На окно посмотреть можно. Что-то можно с окном сделать? Дети мертвы, а он серьезно, он убил их, что ли? Ладно, я не знаю, что надо еще сделать. Так что давайте закончим уровень. Подскажите, где взять маркер, чтобы разрисовать ноты, или что надо еще сделать? Ладно. Время в ванной. Ротвейлер решил помыться, видимо, мужик совсем сбрендил. Но хвала мылу душистому, что он наконец-то это решился. Перед походом в ванну сет увлекается
эротическим журналом. А, то есть не семейным, а эротическим. Также его потянуло на сладкое, поглощает конфеты и готовит пудинг на кухне. Чистый и опрятный хозяин всегда привлекает в дом гостей, что и видно будет. Ну, конечно. Собственно, можно выйти в настройки прямо тут. Комикс. Желтые надписи. А, понятно. Как в консольной версии. Шкала сна, диагональ. А, жаль, нельзя отключить время. Ну, может быть, в релизной версии можно будет. А музыка где? А, вот музыка. Отлично. Окей, окей, понятно. Ножнички есть. А, то есть можно вырезать отсюда фотографию и сюда ее прицепить. Это будет интересно, это надо попробовать. Великолепно, мы тут все сделали. Почему нельзя? Он стал прозрачным, это типа мы мимо него пройти могли бы. А тебе предстоит провернуть целую махинацию, чтобы сосед не заметил мыло и поскользнулся. Также понадобится подкрадывание. А, подождите, я вспомнил, кажется, что здесь надо сделать. Тут надо вырубить ванный свет. Ага, портрет уже в журнал надо. Мыло, 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 хватай мыло скорее. С анимацией прикольно. Чё ты застрял-то? Это что сейчас было, блин? Понял, сейчас проверим, сейчас мы это проделаем. Я вспомнил, да. Сейчас мы это сделаем. Сначала проходим сюда и кладем мыло. Да, я не успел. А я не знаю, это как это успеть сделать. Это во время пакости делать надо, я, наверное. Ну, давайте попробуем еще раз. Давайте еще раз попробуем. Это интересно, мне интересно. Мне это интересно проверить. Все-таки. Это прикольно, я хочу это проверить.
Блин, я забыл ножницы взять. Но я сделать все успел, так что ничего страшного. Ты чё застрял? Ну-ка быстро пошел вниз. Ну это невозможно успеть сделать. Как это сделать-то успеть, я не понимаю. Я должен... подкрасться туда, положить мыло, убежать и уже пробку тогда вытянуть. Это как, а как это успеть сделать? Я не понимаю, как это сделать, успеть вообще. Подождите, я что не сделал это что? Или может надо вот так сделать? Или может уже потом надо будет? Давайте так попробуем. Может так надо все-таки? Потому что я не знаю, как еще тут можно успеть. У меня других вариантов просто нет, он не успевает. Вуди не успевает все это сделать так быстро. А, он просто стоит и ничего не делает. Ладно, давайте последнюю попытку. Короче, так это не работает. Я забываю, что там ничего нету все время. Чё ты встал? Иди. Это невозможно сделать. Это невозможно сделать так. Ладно. А полотенце-то исчезло? Нет, полотенца нету.
А, может, она уже грязная, он им не воспользовался еще. Сейчас попробуем сделать это. Сколько времени, кстати, уже прошло? Уже больше часа, по-моему, прошло. Подождите, а вот это не сработало, что ли, или я это не сделал? Вот, сейчас сработало. Почему в прошлые разы это не срабатывало никак? Это баги какие-то были или что это? Будем тут стоять. О, наконец-то я смог это сделать. Все. Наконец-то я это сделал. Я это сделал все-таки. Это возможно сделать, но надо очень быстро это делать. В целом неплохо. Успех конкурентного шоу «Здоровый сосед» нам, конечно, с такими рейтингами не перебить, но с эфира нас не снимут, давайте попробуем отснять получше. Надежда на успех еще есть, ты довольно редко попадаешь в соседу и проводишь достаточно комбо из пакостей. Пройди все эпизоды на 90%+, чтобы получить серебро. Окей, хорошо, ну неплохо. А что, есть второй? А что, второй сезон еще есть? Понятно, хорошо. Оказывается, мне просто подписчик написал, что там только первый сезон доступен, а тут, оказывается, уже это, даже второй есть. Короче, ладно. А тут уже... Твою мать! Вот это неожиданно сейчас было. Ладно, короче, оказывается, не только первый сезон есть. Ну что ж, было очень неплохо, мне понравилось. Давайте второй сезон пройдем в следующей серии и посмотрим, есть ли третий. Я так понимаю, может и третий тут есть. Но уровней второй части точно нету, как говорили. Но будем надеяться, что релизная версия будет скоро. Мне понравилось, несмотря на мое отношение к мое отрицательное отношение к Social Media Life Production, эта игра получилась обалденной, очень классной, мне нравится. Подписывайтесь, скачайте ее, можно у них в группе ВКонтакте. Подписывайтесь на стримовский канал, влоговый канал, с вас легко подписываться с меня эпичные видосы. Собственно говоря, увидимся в следующих сериях этой игры. И всем пока!